14 марта в Архангельске Максим Галкин должен был выступать со своей программой, но концерт был отменен в связи с тем, что он выступает против военного вторжения российских войск на территорию Украины. Еще 24 февраля известный телеведущий обозначил свою позицию и выступил решительно против войны. Тогда он написал у себя на странице Инстаграма, цитата: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины. Не передать словами, что я чувствую. Как это все возможно? Не может быть оправданий войне. Нет войне». А вчера вечером Максим показал на своей странице видео, которое было отрывком из новостей на Первом канале. Там якобы жители Архангельска требуют вернуть билеты за концерт и называют Максима предателем. Галкин подписал свой пост, цитата: «Сказать, что картина печальная, это ничего не сказать». Пост набрал 2 миллиона просмотров, а в комментариях многие благодарят артиста за его позицию. Цитата: «Максим, вы человечище. Спасибо вам большое. Мира всем нам. Максим, спасибо за поддержку и за понимание очевидных вещей». Разумеется, поклонники уже начали переживать, что не увидят Максима в эфирах Первого канала. Там артист работал над несколькими шоу, включая любимую многими программу «Сегодня вечером». Пока никакой информации о судьбе передачи нет. Помимо этого, реклама банка, в которой он снимался, уже была снята с эфира.